Уважаемые зрители, здравствуйте! Мы вернулись из отпуска и немного покажу, что я застала в теплице. Жара стоит невыносимая, вентилятор работает. Слава Богу, кактусы мои были под присмотром, как и мои черепахи, а также попугай. Слава Богу, что все закончилось хорошо. Мы уже дома, кое-что еще цветет. Очень жарко. Кактусы не поливались 2 недели. Но я посмотрю, когда я их снова буду поливать. И зреют уже семена на многих. И мне надо будет это все сегодня поснимать. Вот заметила подгоревшие литопс аокампиаи. Ну, бывает такое тоже. Вероятно, не вовремя включенный вентилятор. Хильдевинтеры отцвели, и все уже засохшее стоит. Также мелокактус уже пустил вот такие вот вкусные семена, ягоды. Так уже из года в год сложилась традиция. В наш отпуск мы ехали сначала в город Риека на базар, и там у одного дедушки я покупала обязательно какой-то кактусеныш. Может быть, 2. Не особо значимые, но приятные. В этот раз я была 4 раза в Риеке на базаре в разные дни. И этого человека не было. Что я могу подумать? Он уже был пожилой. Возможно, что можно подумать и самое худшее. Но, вероятно, скорее всего, или это, или он, может быть, куда-то уехал. Хотя куда он мог уехать? Не знаю, может быть, тоже в отпуск. Ну вот, нам не повезло. И кактусы тоже купить не удалось. Я, конечно же, заезжала в теплицы к Михаилу Кислингу. И вы видели это видео. У него я купила тоже достаточно много хороших кактусов. Вот уже спеют семена. Мне все это надо собрать. Но то, что я приобрела, я покажу это все в отдельном видео. Показываю вам, как было все цвело, красиво. Пока мы были в отпуске, много-много что цвело, много-много. Но, к сожалению, уже все перецвело и засохло. Здесь у меня вот такие вот кактусеныши растут. Я просила их поливать. Но почему-то сказала, что каждый второй день поливать. Ну и вот так немножко они как бы залиты. Немножко как бы раскормлены, немножко полегли в сторону. Это все мне придется поподнимать, мои кактусеныши. Но это такое. Да, заглянула в плошку со астрофитами, есть потери. Вот он, по-моему, он уже просто умер. Видимо, все-таки вентилятор не вовремя включался. Ну что ж поделать, ну ничего не поделаешь. Вот цветет гимнокалицум, балдианум, прекраснейший, шикарнейший. И здесь еще некоторые цветут. Также вот раскрылся еще один гимнокалицум. Он у меня без названия. Это передали мне по наследству этот кактус. И у него 2 разных цветочка по цвету. Вы заметили? Бесподобно. Ну, а здесь подальше, вот он, опять раскрылся феррокактус. Тут уже цветочек засох, это уже 3-й раз он раскрылся. Ну, прекрасно. Надо сказать, что в теплице просто вот невозможно находиться, настолько вот жара. Если бы не вентилятор, то я не знаю, я бы, конечно, не смогла бы. Ну, вот еще один кактус расцвел, прекраснейший. Такой же я видела в теплицах Михаила Кислинга. Ну и во время моего отсутствия дома цвели кактусы. Это, по-моему, Маша. Да, это Маша. Маша цвела очень красиво. И вот раскрылись на многих кактусах уже. Смотрите, и высохли семена. Прекрасно. Так, засвел гимнокалицум. Очень красивенный. Но он тоже у меня без названия. Название я не ищу. За нехваткой времени на всякое вот такое вот. Так, вот еще
Смотрите, как коробочка открывается. И вот здесь вот такие вот сочные, много-много-много семяшек. Все это я буду продавать, кто хочет. И, конечно же, сама тоже буду сеять. Кое-что буду оставлять и буду сеять. Цвели хорошо астрофитумы. Вот видите, все отцвело. Я уже некоторое убрала. Вот здесь вот семена. Видите, вот здесь вот семяшки завязываются. Вот. Немножечко возьму. Как красиво раскрыла ротик коробочка, да? С семенами бесподобный. Еще, по-моему, нельзя снять его. И вот здесь вот опять столбовидный кактус расцвел. Я обожаю, обожаю столбовидные кактусы из теплиц Микаэля Кислинга. В этот раз я тоже купила один. Литопсы я тоже вам покажу, но не в этом видео. Сегодня я еще буду снимать видео о своих покупках в теплице. Тоже оно будет небольшое. И буду все здесь убирать в теплице. Все, что лишнее, убирать и семена снимать. Потому что надо, дорогие друзья. Ну, а вам всем желаю встретиться в комментариях и писать, как у вас с кактусами, как у вас растения провели эти 2 недели. Хотя я за некоторыми из ваших растений тоже ходила, наблюдала. Ну что ж, всем удачи, до свидания.